Всем здравствуйте! Нахожусь в городе Видное Московской области, иду в магазин Fix Price, адрес на экране. Давайте посмотрим, что интересного сюда привезли. Универсальный моющий порошок от Master Effect для легкой уборки во всем доме. Упаковка достаточно большая, 750 грамм. Производитель — компания Greenfield. Цена за упаковку 99 рублей. Новая серия гелей для мытья посуды. Розовые — это сочные ягоды, желтые — цитрусовый микс и белая упаковка — спелое яблоко. Большие такие квадратные литровые упаковки. Цена за упаковку 149 рублей. Еще одно новое средство для мытья посуды — смузи лимон-банан. Снежная формула, не сушит кожу, не содержит искусственных красителей, дает густую пену, устраняет неприятный запах. Цена за 450 мл 59 рублей. Большие яркие упаковки — средства для стирки. Гель Велор, есть универсальный, есть для цветных тканей. 1 литр 124 рубля. Очень понравились кухонные полочки для организации хранения. В составе углеродистая сталь и дерево. Столешницы, ручки из дерева. Очень аккуратно сделаны. Цена 299. Здесь же рядышком подвесные полочки белые из углеродистой стали за 149 рублей. Миска с крышкой объемом 970 мл. Производитель — Москва, в составе пищевой полипропилен красного цвета, 49 рублей. Здесь же вот эти подставочки под горячее в виде чайничков, я уже показывала, 49,50. Вот из новой коллекции такие пестрые кружечки. Есть черные с зеленым, зеленые или черные с красным. Вот такая еще с золотом за 124. Симпатичные. Это кружки с крышками и с такой с ручкой небольшой разноцветной за 49,50. Малюсенькие такие тарелочки. А на самом деле это соусница 11 сантиметров из фаянса. Цена неизвестна. Пиалы из этой же серии. Пиалбол 520 мл 62 рубля. Есть тарелочки с надписью из этой же пестрой коллекции от Kitchen. Тарелочка 18 сантиметров. В составе керамика. Очень симпатичные, очень легкие. 59 рублей. Пиалбол такая глубокая. Удачная форма. В одном цвете 62 рубля 520 мл. Есть глубокие литр 45 за 199. Они такие большие достаточно. А это соусница. Вот такие интересные формы. Осталось не так много. От Kitchen 12,5 сантиметров соусница в составе фарфор. Они такого нечисто белого цвета, 55 рублей. Это сахарница с такой внешне ребристой поверхностью и интересной крышкой. Вот, видимо, вот такая будет коллекция следующая. 420 мл 124 рубля. В составе керамика, в коробочке продается. Мне показалось, что крышка как-то не очень ровная. Симпатичные тарелки глубокие нашла. Вот Kitchen таким бело-синим рисунком. 21,5 сантиметр. Вот такой рисунок нанесен достаточно четко, 83 рубля, целая стопочка. Банки литровые с бамбуковой крышкой. В составе здесь еще указан силикон, значит, крышки будут укреплены силиконовой прокладкой. Много достаточно в этом магазине таких баночек. Прибегайте, кому надо, 249 рублей. Ну, просто огромные банки из полипропилена с крышками. На крышке язычки разного цвета, эти крышки. Цена 149 рублей. Масленки вот такие еще. Посмотрите, какие привезли масленки из полипропилена с разного цвета крышками. И обладает компактным размером, не занимает много места на столе и в холодильнике. А крышка плотно прилегает к основанию, предотвращает проникновение внутрь воздуха, посторонних запахов и влаги, благодаря чему масло сохраняет свежесть и вкус. В составе ABS пластик, полистирол. 124 рубля. Посмотрите, какая красота. Очень красивые тарелки.
с красным таким рисунком, 750 миллилитров, в составе керамика, 79 рублей. Еще раз решила показать вот эти тарелочки. 20,5 сантиметров стеклянная. А это глубокий салатник из этой же серии. Кто любит стеклянную посуду. Салатник 800 миллилитров по 79 рублей. Нужная в хозяйстве вещь. Вот такая корзинка с ручкой. Можно в холодильнике использовать. Размер 28 на 16 на 12 сантиметров. Удобная ручка. Производитель находится в Московской области. Цена 99 рублей. Подставки под чашку на пробковой основе 10 сантиметров. Они такие малюсенькие. Одна вафельку напоминает, вторая вафельку в шоколаде. 39,50. Еще одна новинка в кухонном отделе. Набор формочек для печенья. В коробке есть даже рецепт. Вот это в розовом цвете. Видите, здесь и сердечки, и разные формы разного размера. Интересный товар, первый раз такой в фикс-прайсе. Есть такого приятного мятного оттенка. Все то же самое, только в другом цвете. Цена 149 рублей, 13 штук в упаковке. Еще одна новинка, вот такой наборчик кулинарный. В таких мятных оттенках. Здесь три штуки в наборе: воронка, сито и сепаратор для яиц. Красивые оттенки. Вот так выглядит наборчик. 55 рублей. А это набор кухонных совков. В наборе три штуки одного цвета, 62 рубля. Лопатки-половнички, силиконовые кисточки. Кулинарные венчики. Вот эта серия очень интересная. Здесь в трех цветах. Белый, бежевый, темно-коричневый. Вот лопатка кулинарная. Это мой фаворит в трех цветах здесь. Вот кто еще не успел купить, приходите сюда. В составе силикон и дерево. Лопатки 99 рублей. Новинка такая, на мой взгляд, спорная. Два в одном. Здесь овощи, чистка и нож. Может быть, для дачи хорошо, не знаю. Вот напишите в комментариях, кто такой уже купил, насколько она удобная и полезная. В трех цветах такая вещица, коричневый и зеленый оттенок, 79 рублей. Друзья, приглашаю вас на мою страничку ВКонтакте и на Дзене с промокодами на все случаи жизни. Обязательно вам пригодятся. Заходите, не пожалеете. Ссылочки оставлю в описании под видео. А на этом свой обзор заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем всего доброго, всего хорошего. До следующего видео.